Проект «Шефы» выходит на новый уровень. Теперь вологодские предприятия не только помогают образовательным учреждениям города, но и проводят совместные мероприятия – профориентационные, спортивные и культурные. Так, 18 сентября состоялся первый товарищеский футбольный матч между учениками 7-й школы и сотрудниками предприятия «ЭМИД». Подробнее Алена Закатаева. Мы настроены только на победу. Мы не боимся соперников и будем побеждать. Отличное настроение и боевой настрой. Чтобы выбрать участников этого футбольного матча, среди учеников 7-й школы даже провели турнир. И только лучшие вышли на поле 18 сентября. Соперником школьников стала команда завода «ЭМИД», шефов учебного заведения. При встрече с директором мы поняли, что прежде всего сейчас важен спорт и здоровый образ жизни для подрастающего поколения. Мы смотримся к ребятам, молодые, хорошие ребята, очень хорошо играют, очень хорошо навешивают. Тем более молодость – это залог быстро бегать, хорошее дыхание и не уставать. Поэтому мы даже немножко побаиваемся. И, как выяснилось, не безосновательно. Школьники сразу пошли в наступление. От неожиданности их взрослые соперники даже поначалу растерялись и на первых минутах чуть не пропустили два мяча. И сразу поняли, с такими противниками нужно играть в полную силу. Этот матч стал частью городского проекта «Шефы». Напомним, программа стартовала в марте 2014 года по решению главы Вологды Евгения Шулепова. Это возрождение советских традиций, когда практически каждое предприятие имело подшефную школу или детский сад. Сегодня в проекте уже участвуют порядка 170 городских предприятий и организаций. А размер их помощи своим подшефным превысил сумму в 40 миллионов рублей. Сейчас проект выходит на новый уровень. Не только материальная поддержка, но и профориентационная работа, совместные праздники или вот такие товарищеские матчи. Это только начало большого взаимодействия. У нас впереди, это первый матч, но не последний. В дальнейшем у нас планируется посещение предприятия нашими старшеклассниками, чтобы ребята познакомились с профессией, увидели производство, увидели, какую продукцию выпускают на Вологодчине в нашем городе. Итог товарищеского матча 3-2 в пользу школьников. Но, несмотря на это, как всегда, победила дружба. После игры футболисты решили, что встречу нужно непременно повторить или даже устроить мини-турнир. Алена Закатаева, Михаил Прищев. События дня.